Я водитель троллейбуса Мислицкая Елена Григорьевна. Доверили мне такой троллейбус МАЗ. Он очень легкий в управлении, легко крутится, легкие педали. В салоне и в кабине отопление, очень тепло, кондиционеры. При подъезде к остановке, когда двери открываются, заходят пассажиры, мы говорим пассажирам, когда они зашли, двери закрываются осторожно, закрываем двери. Двери закрылись, тогда только троллейбус начинает движение. При открытых дверях троллейбус не двигается с места. Газеты на сайтах, на радио в основном, ТВ5 обещали. Сейчас